Я уверен, все хотят посмотреть, я отбил часть, все хотят поражать. Ничего нет. Это все. Значит так, анекдоты будут читать другие люди. Баба Буй. Чё вы ждёте, блядь, я только начал. Не тот чат, я украл много добра, а тот, у кого вирусная база обновлена. Идём мы как-то с Юрьевичем к Олегу в гости, и там мы сели пить кам. Что может быть проблема? Гости. Гости. И в-третьих, что ты мне сделаешь? Господа, видят эту хуйня? Уже нету. Ты что, ебанулся, что ли? Вообще сам жанр жёшел, уже не жил себя и перестал быть чем-то серьезным. Да даже смешным, это уже смешно. Чем помочь? Это просто повторение своих ошибок. Повторение самого себя. Еще молодой. Мне 24. Понимаешь, парень, одним давно рассказывать анекдот, а другим... Ничего не скажу. Yeah.